Журналист Макс Полиновский в 30-м году написал: «Страной УДГ в конце 20-х годов называется часть самой далекой окраины Советского Союза – Уссурийской тайги на Дальнем Востоке. В глубине этой тайги живут удыгейцы, которые принадлежат к вымирающим племенам. Пробраться к ним очень трудно». В этот труднодоступный и загадочный район в 28-м году отправилась наша маленькая киноэкспедиция. Оператор Павел Мершин, ассистент Ефим Фельдман и я, режиссер Александр Литвинов. Стойбище Иней Амуленко нам очень понравилось.
На коротком совещании киноработники пришли к решению – здесь базироваться и здесь снимать фильм. Понятно, что лесные люди прежде всего должны привыкнуть к гостям. Они должны увидеть, что киноработники пришли к ним с добрыми намерениями, что их не обидят. Проводники удыгейцы бесспорно уже познакомили обитателей стойбища с нашей работой, а Сунцай Гионка рассказал им о том, как дружил с нами и помогал в сборах киноэкспедиции друг удыге Арсеньев. Следовательно, впечатление у лесных людей о нас сложилось неплохое. Удыгейцы всегда делились плодами своей охоты не только со своими сородичами, но и с нами. Лесные люди остались бы в большом недоумении, если бы мы без них приступили к чаепитию или к еде. В таких амбарах удыгейцы хранят оружие, одежду, необходимую утварь. Дверь закрывается только палкой, ведь лесные люди не знают, что такое украсть. Если тебе что-нибудь понадобилось, а хозяина поблизости нет, бери, но потом возврати и положи, где взял. Удыгейскую лодку, улимагду, местное русское население называет бат. Она выдалбливается из целого срубленного тополя. Улимагда среднего размера, в длину имеет 5-6 метров, в высоту 50-60 сантиметров. А ее грузоподъемность доходит до полутонны. Благодаря лопатообразному носу улимагда не режет воду, а взбирается на нее и легко проходит мелкие перекаты. Несмотря на размеры улимагды, ее свободно переносят на плечах 3 человека. Рыбу ловят удыгейцы на ходу, словно забавляясь. В быстротечных таежных реках рыбы много.
Удэй едут в своих батах, попутно забрасывают в воду острогу, а когда вынимают, на острие бьется плотно нанизанная рыба. И как-то так ловко идет у них рыбная ловля, что ни разу не возвращается острога порожней. Всякий раз улов обеспечен. Выловленную рыбу немедленно очищают от чешуи, мелко нарезают, почти крошат и поедают сырой. Это любимое блюдо лесных людей называется талой. Вяленая рыба – юкола. Почти круглый год составляет главное питание удыгейцев, их главных пособников в хозяйстве – псов. Однажды мы увидели такую сценку. Мать не дала трехлетнему Салику грудь и шлепнула, чтобы не мешал работать. Заплакав, Салик отошел, вытащил за пазухи кисет и большую трубку. Продолжая плакать, Салик присел у костра, взял горящую ветку и прикурил. Он втягивал в себя дым едкого маньчжурского табака, но слезы на лице мальчика стали высыхать. Строгое разделение обязанностей у лесных людей проявляется и на охоте. Когда животное убито и пометка на нем сделана, Удэ садится в свою лодку и едет домой. Его миссия на этом заканчивается. Добывающая промышленность сменяется обрабатывающей, и на сцену действий выступает женщина. Ей поручается доставка убитого животного в стойбище.
С полным знанием дела удыгейка быстро режет и потрошит добычу, нанизывает на вырубленные здесь же жерди шкуру и мясо, взваливает на себя и увозит домой. Однажды мы обнаружили строительство маленького шалашика из шестов и корья. В шалашике с трудом мог бы поместиться один человек, да и то небольшого роста. «Жилище для собак должно быть строить», — сказал мне оператор и обратился шутя к строителю. «Маловато квартирка-то. Голова в юрте будет жить, а ноги в тайге». Удыгеец молча продолжал работу. Потом мы узнали, что шалашик строится для роженицы. Наступит срок, и женщина пойдет одна в шалашик. В большой юрте рожать грех. В этот период ни один мужчина не может появляться в районе шалашика ближе 100 метров. В полном одиночестве молодая мать дает жизнь ребенку. Все это нам удалось запечатлеть на пленке в течение 15 дней. Мы прекрасно понимали, что подобные обычаи не сегодня-завтра исчезнут с лица земли. Сохранятся они только в нашем фильме, как материал, нужный для понимания отдельных сторон первобытной культуры народа. Thank you.
Лесные люди сызмало приучаются управлять улимагдами. Мы видели, как трехлетний Салик с трудом столкнул улимагду в воду, взял шест и стал кататься по протоке. Он стоя толкал улимагду шестом раза в 4, превышающим его рост. Улимагда послушно двигалась по протоке, подчиняясь воле малыша. Закончив съемку, мы еще долго смотрели на отважного путешественника. Ребенок стоя катается, шестом, как взрослый удыгеец, работает. А мы и сидя в улимагде неуверенно себя чувствуем, восхищенно сказал Мершин. Старик Иней, старейшина стойбища, в первый же день нашего приезда закатил в честь прибывших шаманство. Оно началось танцами молодежи.
каждый танцующий надевал на себя побрякушки и выделывал па, в которых чувствовалась поступь медведя, которого Удэ считают своим предком. Иней Амулинка, старейшина и главный шаман рода, вышел последним. Его появлению предшествовали все эти танцы и молитвы, к его выходу готовились, разжигали багульник, притащили бутыль чистого спирта. Иней вышел облаченный в шаманские одежды, гремя многофунтовой подвеской и огромным бубном. Он тотчас же принялся шаманить, стремясь довести себя до высшего напряжения. Окуриваемый дымом багульника, шаман прерывал свой пляс и заклинания, чтобы подкрепиться спиртом. Его не смущал треск киноаппарата и то, что люди уходили и возвращались. Свыше 3 часов длилось шаманство, но усталости не было на его лице. Многочасовое зрелище нас утомило, чего нельзя сказать о старом шамане. Окончание торжества он отметил новым возлиянием и сообщил о своей готовности услужить друзьям Арсеньева. Удэгейцы легко согласились помочь нам заснять охоту на медведя. Когда мы пришли на место, я быстро распланировал всю операцию. Мершин, я и Сунцай должны будут пойти вслед за медведем и выгнать его на ближайшую полянку. Наш ассистент понесет перезаряженную большую камеру. На освещенной со всех сторон площадке, где можно будет работать, Сунцай уколет медведя рогатиной. Рассвирепевший от боли зверь встанет на задние лапы и пойдет на нас. Вот тогда Сунцай и вступит с ним в единоборство. Однако, учуяв нас, медведь пустился на утек. Thank you.
Сун Цай рванулся вперед, взмахнул длинной рогатиной и сильно кольнул медведя взад. Раненый зверь, доведенный нашим преследованием и уколом до бешенства, взревел, встал на дыбы и пошел на Сун Цая, ожидавшего его с выставленной вперед рогатиной. Огромный зверь во весь свой богатырский рост наступал на маленького человека, причинившего ему боль. В этот момент Сун Цай спружинил и вонзил рогатину в медвежью грудь. Дикий рев потряс воздух. Удыгейцы знают случаи, когда медведю удавалось выбить рогатину из рук охотника. Рогатина взлетала в небо выше деревьев, а он бросался на человека. К счастью, нам повезло. Растерзанный, бессильный, но еще живой гигант лежал перед нами и стонал, словно человек. Если убит медведь, устраивается празднество съедания медвежьей головы. На торжество допускаются только мужчины всего рода. Честь распределения головы предоставляется любимому зятю. Согласно этикету, он вначале долго отказывается, но затем принимает почетную обязанность. Череп медведя подвешивается к дереву и обычно заканчивают торжество шаманством. Thank you.
О далеком комитете северных народностей, который в Хабаровске, кое-что здесь слыхали. Кое-что сообщил ставший горожанином Сунцай Геонка, и несколько удыгейских племен под председательством Инея Амулинка созвали родовое собрание, чтобы обсудить проблему дальнейшего своего существования. Это собрание было клочком той нови, которая вошла в первобытный мир удыгейцев. Они долго совещались, сидя на срубах под небом тайги, пока дали задание Сунцаю по приезде в город ходатайствовать от имени всего народа перед неведомым комитетом. Люди, живущие на стыке двух миров, первобытного и современного, идущие на охоту с библейским вооружением, поныне ставящие самострелы на звериных нехоженных тропах, ищут путей приобщения к другой жизни, о которой им известно так немного». Когда мы пригласили Арсеньева посмотреть первый фильм из нашей дилогии, писатель сказал: «Я боюсь, что если ничего не пойму, то окончательно разочаруюсь и категорически откажусь редактировать ваши фильмы. Мы просим, Владимир Клавдевич, посмотреть готовый фильм без надписей, без пояснительного текста, который без вашего участия, естественно, вставлять в картины невозможно. Если фильм вас разочарует, значит, он не получился», – ответил я. «Ну что ж, если мои условия принимаются, тогда пойдемте», – сказал Арсеньев. «Только обязательно захватите с собой Сунцая. Он сразу подметит все ошибки». Мы на премьере в зрительном зале кинотеатра «Уссури». Погас свет. Учащенно бьется сердце. «Что теперь?» – скажет Владимир Клавдевич. Но он молчит, сосредоточенно смотрит на экран. Во всей своей своеобразной красоте появились уссурийские дебри, бурный Анюй с многочисленными протоками. «Анюй!» – раздался возглас Сунцая. Он узнает места и называет их. «Изюбр, енот, амба!» – уже возбужденно выкрикивает Сунцай. Он заерзал на стуле. На экране – люди. Сунцай их узнает и тотчас называет по именам. Увидев себя на экране, Сунцай не выдержал, вскочил и, указывая пальцем на экран, сказал, обращаясь к Арсеньеву: «Смотри, капитана! Смотри! Это моя! Моя!»
Сун Цай выполнил наказ своего племени, побывал в Комитете народов Севера, и тот снабдил лесных людей всем, о чем они просили. На этом заканчиваются мои записки о самой первой киноэкспедиции в дебри Уссурийского края.